Не, всем привет, котята, я кошка Лена. И как вы помните, в прошлом видео я вам обещала показать, какие еще подарки я получу в Adopt Me. Поэтому давайте скорее начнем. Мяу. Итак, котята, вот у нас уже есть возможность получить второй дневной подарок. Да, отлично. И побежали, побежали. У нас уже есть эта стрелочка, котят. И мы должны дойти до того места, где всегда дарят подарки. Можно было сразу там оказаться, но я выхожу из дома. Поэтому, подождите, что? Что? Мне кто-то вручил сердце? Эй, парень, не-не-не. Давай, да, и забирай сердце вот обратно. Отлично, может, он случайно мне его отдал. Давайте пойдем. Нет, это подарок? Но спасибо тебе, кто бы ты ни был, если ты смотришь это видео, спасибо. Он исчез? По-моему, он исчез. Этот ребенок подарил мне сердце и исчез. Что это такое вообще? Нет, но в любом случае мне очень-очень приятно. Да, смотрите, его нигде нет. Нигде нет. Ну ладно. Ладно, котят. Пойдемте тогда откроем дневной подарок. Что-то у меня сегодня день подарков просто, котят. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь будет. Мне, кстати, очень нравится эта коробочка, в которой подарки находятся. Давайте, давайте скорее открывать. Так, отлично. Вот наш сегодняшний подарок. Отойдем-ка мы на то место, куда и в прошлый раз мне показалось, что это очень удачное место. Мне попался отличный подарок. Итак, итак, ну-ка, кто там, что там? Ультраредкая коляска с единорогом, котят. Это коляска с единорогом. Коляска с единорогом, обалдеть. Посмотрите просто на нее, какая она классная. Котят, я так люблю единорогов. И теперь я буду возить детей в коляске с единорогом. Я очень рада. Подождите, как так вообще получилось? А тут еще Санта стоит. Тут стоит Санта, с которым можно поболтать. Давайте, давайте поговорим с ним. Так, о, ко мне парень какой-то прыгнул на руки. Сейчас, секундочку. Привет, малыш. В общем, котят, Санта рассказывает про то, что мы можем получить подарки. Но почему сейчас? Еще не Новый год. Ну ладно. Кстати, моему малышу нужно в школу. Давайте отнесем его сюда и попробуем сделать так, чтобы он немножечко поучился. Так, хорошо. Отличненько. Я хорошая няня. Я открываю себе подарки и учу детей. Мяу. Давайте немножечко займемся физкультурой, побегаем на беговой дорожке. А еще, котят, по-моему, он хочет есть. Давайте покормим его. У меня есть бургер. Отлично. Так, вот, держи бургер. И он закончил школу. Это круто, это классно. Мне заплатили $12, котят. И смотрите, котят, здесь написано, какие подарки редкие, какие обычные, какие необычные, и есть легендарное облако. И смотрите, правда, из ультраредких я уже получила один подарок, и из редких тоже, мне кажется, это супер круто. Поэтому, котят, давайте дождемся завтрашнего дня, получим еще один подарок. А я тут пока что, видимо, с подписчиками поиграю, потому что о них о всех нужно заботиться. Котят, смотрите, сколько их вокруг. Меня все обступили. Да, котят. Так что мы подождем с вами немножечко. Получим новый дневной подарок. И я надеюсь, что это будет классно. Мяу. Итак, котята, прошел день. Мне, кстати, вчера подарили вот эту совершенно замечательную ламу. Кто-то из моих подписчиков. Спасибо тебе огромное. Не, ну правда, не стоило, не стоило. Но мне очень-очень приятно. А сейчас давайте посмотрим, что у нас за новый подарок сегодняшний. Котят, вчера был какой-то, правда, день подарков. А сейчас у нас новый день подарков. Давайте посмотрим. Может, эта лама привлечет удачу, и я получу что-то совсем редкое. Давайте посмотрим. Так, сегодня подарок. Давайте, давайте отойдем вот сюда. Мне очень понравилось открывать подарки на этом камне. Возможно, это камень волшебный. Он дает нам редкие подарочки. Итак, вот. Давайте-ка его откроем. Так, и вот какой-то парень. Смотри, смотри, у меня тут подарок. Котят, у меня игрушка крокодильчика. И это, по-моему, кто-то из моих подписчиков. Привет, привет тебе. Итак, котята, раз теперь у меня есть такая классная коляска. Не-не-не-не-не, что это мне отдал? Нет, спасибо, ты где? Вот, забирай, забирай обратно. Я не хочу, чтобы ты отдавал такую крутую штуку мне, поэтому забирай себе. Котят, опять меня окружили дети, ну что, я думаю, пора заботиться о детях. Давайте кого-нибудь возьмем в... Ламу мне еще дали, нет, котят, нет!
я же не хочу, ребят, слишком много всего. Так, давайте-ка возьмем вот тебя и пойдем с тобой кататься, а ты прыгай ко мне на плечи. Так, давайте-ка, ну-ка, нет, ладно, будет у меня один ребенок сегодня. В прошлый раз я заботилась о нескольких детях, и этот котят было очень-очень сложно. Кстати, по-моему, ее нужно полечить. Давайте полечим этого ребеночка. Вот здесь у нас поликлиника, и точно-точно нужно полечить. Давайте пойдем к доктору. Так, секундочку, вот здесь доктор, я все уже помню, котят. Так, так, здравствуйте, доктор. Полечите мою семью, пожалуйста, полечите. Да, полечите, итак. Ну-ка. Отлично, да, смотрите. Кстати, это, по-моему, подписчица Лео, а не моя, потому что у нее ник Лео 112. Лео, я лечу твоего подписчика. Мяу, ну что, поехали. Так, нам нужно теперь позаботиться о нашем подписчике и немножечко покатать его на качелях. Вот там вот у нас есть детская площадка, вроде как, или не там. Котят, я заблудилась, где детская площадка? Так, по-моему, у нас тут еще кто-то из моих ребят. Кого-то даже зовут Кошка Лана, ребят. Вот так, котят, пытаешься записать видео, а тебя со всех сторон окружают подписчики, и ты ничего не можешь сделать. Давайте быстренько кого-нибудь покатаем там на горочках, и я думаю, что это будет классно. Котят, дело в том, что меня задарили игрушками, редкими игрушками. Ребят, не надо мне их дарить, пожалуйста. Это же ваши игрушки. Я понимаю, что вы хотите, но я даже не запомнила, кто из вас мне подарил. Вы так много тут всего надарили, что, котят, я даже не знаю. Я не могу принять эти подарки, пожалуйста. Не нужно мне ничего дарить, потому что это же ваши вещи. Вы их специально себе открывали. И я не знаю, котят. Катя, мне кажется, что это не очень честно. Я хочу отдать обратно вот эту игрушку. Я не знаю, кто ее мне дал. Котят, пожалуйста, не дарите мне в играх всякие штуки, потому что я их сама зарабатываю, а у вас их потом нет. И это очень-очень грустно, мне кажется. Лично мне грустно, потому что мне не хочется, чтобы вы отдавали свои вещи мне. Мяу. В общем, вот как-то так. Мне очень нравится эта коляска с единорогом, но я заработала ее сама. А вот эту игрушку, котят, я даже не знаю, кто мне отдал, и поэтому мне нужно кому-то ее вернуть. Так, меня все приглашают к себе? Нет, ребят, я сегодня просто няня. Вы смотрите, что происходит. Просто меня облепили со всех сторон. Котят, я думаю, мне нужно быстрее бежать, пока мне не отдали все, что у них есть у ребят. Потому что, знаете, так бывает. Ты тут стоишь, а тебе просто все отдают. Все вещи, которые у них есть. Поэтому, ребят, простите, я убегаю и попробую поиграть на другом сервере. Вы все очень классные, вы все попали в видео. Но, котят, я не хочу, чтобы вы тратили свои вещи, свои деньги на подарки мне. Мяу. Все. Мяу. Котята, мне пришлось убежать домой. Это не значит, что я не люблю своих подписчиков. Просто, ребят, у меня к вам очень большая просьба. Когда вы видите в игре меня, Лео, каких-то других известных ютуберов или еще кого-нибудь, не нужно прыгать им на лицо. Я знаю, что вы рады, но это очень сложно, понимаете? Когда я стою, а все меня окружили, я даже не могу сдвинуться с места. И большое спасибо вам за подарки, которые вы дарите. Но, правда, не нужно. Я хочу, чтобы ваши вот эти редкие вещи, которые вы получали, оставались у вас, потому что, вот смотрите, я сейчас зайду в свой инвентарь, и я даже не смогу узнать, кто подарил мне этот ультраредкий подарок, этого единорога, понимаете, котят, и эту ламу я тоже не смогу узнать, кто мне подарил, это знаете только вы, так что большое спасибо, но правда, не нужно. А сейчас, котят, я думаю, раз я уже закрылась в своем доме. Ну а, котят, я хочу вас попросить, как бы рады вы ни были увидеть меня, Лео, еще кого-нибудь, пожалуйста, просто ведите себя как обычно, потому что я со всеми вами дружу, я вас всех очень люблю, и когда вы просто попадаетесь мне в игре, я всегда рада с вами поиграть, мяу. Но сейчас мне пришлось прятаться от огромной толпы преследующих меня, ребят, поэтому давайте хотя бы сделаем ремонт, котят. Я хотела здесь, чтобы у меня было что-то из показа мод. Вы помните, что я специально работала няней, чтобы купить себе какие-то классные вещи. Давайте посмотрим, что мы можем здесь теперь купить. Так, из вещей. Вот, ух ты, какие-то редкие вещи, котят. Вот это они дорогие. Нет, пока что я не могу себе такие позволить, но зато я могу позволить вещи с вечеринки. Смотрите, давайте, что у нас здесь есть?
котят. Тут есть какой-то фонтан с газировкой. А, так, куда тут его поставить? О, боже мой, он такой шикарный, смотрите, розовый фонтан. Я поставила его бы, конечно, на кухне, но у меня там мало места, поэтому давайте поставим его вот здесь, у окна. А, да, отлично. Котят, какая классная штуковина. А вот это вот куда-нибудь перенесем, я даже не знаю, что это, пусть здесь стоит. А, так, котят, это очень круто. Теперь у меня есть фонтан с газировкой. Отлично, можно приглашать ребят, и вместо того, чтобы они бегали и прыгали на меня, делать так, чтобы они пили газировку и радовались. Это круто, вот это мне кажется классно. Так, котят, шоколадный фонтан. Я не знаю, зачем мне нужен шоколадный фонтан, но Лео придет и просто обзавидуется. Поэтому давайте мы вот это вот сейчас переставим сюда, вот эту мусорку куда-нибудь. Да, это странно, ставить шоколадный фонтан на место мусорки. Но, котят, я даже не знаю, у меня больше некуда его поставить. Поэтому здесь будет стоять шоколадный фонтан. Что? Он же гигантский, котят! Это... фонтан, который занимает всю мою кухню. Зачем я его вообще купила? И смотрите, я даже пройти не смогу. Знаете, к вам приходят в гости ребята, а ты говоришь, да, проходите. Вот у меня есть гигантский фонтан, он закрывает мойку, зато там шоколад. Знаете, пожалуй, я его уберу, хотя он очень классный, мы вот так можем посмотреть еще на него. Котят, это просто обалдеть, посмотрите. Да, знаете что, шоколадный фонтан слишком большой, его нужно убирать, да. Я продам его за всю цену. Для этого фонтана, котят, мне нужен дом побольше, серьезно. Потому что в этом домике у меня ничего не поместится. Могу вот повесить тут только стрелочку, вот такую неоновую. Так, и деньги заплатили, это классно, это здорово. Давайте повесим эту стрелку, чтобы не забывать, где лестница на второй этаж. Я знаю, что ее и так видно, но так, знаете, довольно красиво смотрится. А подождите, еще одна. У меня уже была такая стрелка. Котят, кто помнит, я ставила сюда стрелку, или она сама появилась? Это какая-то магия стрелок. Возможно, она уже была. Возможно, у меня теперь везде указатели здесь. Ну ладно, ладно, что еще есть? Котят, давайте купим что-нибудь еще классное. Диско-шар! Вот это круто, вот это классно. Да-да-да, повесим его куда-нибудь. Так-так-так, куда повесить его получше? Давайте повесим его где-нибудь вот здесь, вот, вот тут наверху, потому что... Так-так-так, котят, секундочку, сейчас все будет, сейчас я все повешу. Вот сюда вот повесим диско-шар. И это супер круто. Давайте немножко только еще в центр этой комнаты. Это очень сложно здесь переставлять. Вот так вот. Отлично, котят! Теперь у меня дома целая дискотека. Давайте остановим это все и... будем смотреть. Котят, как классно! Здорово, очень круто. У меня теперь здесь есть диско-шар, стрелочки, фонтан. А второго фонтана нет, потому что он бы занял всю мою кухню. В общем, котят, я думаю, что на сегодня этого достаточно, потому что эти украшения слишком большие для моего дома. Мне нужно купить дом побольше, а на это нужно еще заработать. Так что, котят, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, на канал Лео. Не забывайте открывать каждодневные подарки, возможно, вам выпадет что-то очень редкое и очень крутое. Так что, котят, это все, и всем пока!